значит, свой, сука, с вэпом. Он, сука, такой прыгает в толпу, блядь. Он, сука, дает стан, нахуй. Но дает такой... ульту, нахуй. И раз удар. Проходит секунда. Два удара. Все уже разбежались, блядь. Ой, блядь. Куски хорошие отлетали. Базара нет, но на твою ульта Свена. Но раз удар. Два удара. К третьему они уже все разбежались, блядь, нахуй. Да, а БФ вообще я не понимаю, зачем ему БФ? Зачем персонажу, у которого встроенный БФ, собирать БФ? БФ, но... О чем, блядь, вообще может быть разговор? Вообще, типа, да. Для того, чтобы больше дэмэджа, больше процентовка была, камон, если ты даже на эти 2000 возьмешь гиперстоун, ты за вместо одного удара нанесешь два удара, и считай, у тебя уже двойной дэмэдж, блядь, со сплэша пошел. Это тупость просто, блядь.